Всем добрый день! Меня зовут Ольга, вы на моем канале, на канале о рукоделии. Сегодня я хочу рассказать вам вот про такой замечательный кардиган. Кардиган связан цельновязанной планкой, то есть он вяжется полностью от начала сверху вниз при помощи в технике обычный реглан. Так. И сегодня я вам просто расскажу основные параметры, которые я брала за основу. Да, я вяжу на 46 размер, 46-48, наверное, где-то так. Ну, на 44 будет немножко более оверсайз, скорее всего. Вот, покажу вам параметры в сантиметрах. Я, к сожалению, не расскажу, сколько вам именно нужно будет набирать и сколько именно вы захотите делать прибавок, да, и какие рукава вы захотите сделать. У меня рукава широкие, как вы можете увидеть на заставке. Вот, и значит, пряжа. Пряжа это бобинная, это бобинный твид, я его вязала в две нити. Метраж у него был 600 метров на 100 грамм, ну, соответственно, в две нити 300 метров на 100 грамм. Ушло у меня 400 грамм. Спицы я использовала 3,5 металлические. Мне на металлических спицах было очень удобно вязать. Вот, подобного рода кардиган я вязала первый раз, и... Естественно, изучила материал по данному виду изделия. Да. Ключевым моментом здесь является и вообще разница между другого рода вязанием того же реглана, является только сама планка, начало планки. То есть, каким образом я вязала. Я набрала на бросовую нить определенное количество петель. Определенное количество петель, об этом мы с вами тоже еще поговорим, сколько именно, да, для этой планки и особенности этой планки, я вам тоже покажу поближе. Итак, смотрите, значит, для начала расскажу. Набрала, значит, на бросовую нить в одну сторону, связала узором 15 сантиметров, распустила эту бросовую нить, в другую сторону связала 15 сантиметров, набрала петли, вот здесь набрала петельки, то есть у меня петли были вот тут не закрытые, здесь не закрытые, набрала определенное количество петель и продолжила вязание, уже получается кружась и формируя росток. Я знаю, что есть мастер-классы, в которых показывается этот кардиган без ростка, но я посчитала нужным сделать этот росток, то есть я еще кружилась в рукаве. Как я распределяла петли? Смотрите, у меня получается по одной петле на формирование реглана, да, регланных линий, на формирование регланных линий. По 8 петель это у меня рукава, одна петля, первоначальная петля кромочная, это получается у меня рукав, да, вот, и 28 петель на спинке. Затем я начинала прибавлять в каждом втором ряду, формируя, да, вот. Мы дальше будем формировать вот эти регланные линии. Прибавляла в каждом втором ряду до определенного момента. Обычно я делю реглан на три части. В первой части в каждом втором ряду и с этой стороны. Во второй части, вот в серединке, здесь я уже делаю прибавок в каждом втором ряду, а здесь в каждом четвертом, потому что рукав будет слишком широкий в противном случае. И в конце я делаю снова в каждом втором ряду прибавки с двух сторон. Здесь я придерживалась этого же ритма. Понятное дело, что ряды я не высчитывала, я их делала на глаз. Но приблизительно зная, что я хочу линию реглана 30 сантиметров. Вот, это что касается набора петель. Узор я, к сожалению, не нашла этот в первоначальном виде. Я здесь вам ставлю фотографию старой книги, из которой я брала. Но я знаю, что этот узор также есть на просторах интернета в другой интерпретации, то есть у других авторов в других книгах. Этим узором вяжут очень многие. Вяжут шапки, видела варежки, видела также носки, шарфы этим узором. То есть он достаточно популярен. Единственное, что с двух сторон я добавляла косы. И вот сейчас мы с вами плавно перейдем как раз к узору, да, как я, значит, здесь распределяла узор. Особенностью данной планки является распределение петель в узоре. Смотрите, получается, вот этот вот центральный узор,
Я его обрисовала вот таким образом. Занимает 8 петель. Дальше у нас с двух сторон от этого узора идут по 2 изнаночные петли. Далее идет узор коса, состоящий из 6 петель. С этой стороны идет еще одна изнаночная петля, кромочная петля. И с этой стороны идет кромочная изнаночная петля. Вот. То есть вот таким образом сформирован сам узор. То есть набор узоров, так скажем, да, из которого состоит сама планка. Но изначально планка выглядит немножко иначе. Изначально в планке отсутствует вот эта часть узора. Ну, то есть я ее неправильно обозначила на схеме, не с этой стороны получается, а с этой стороны вот так. Если смотреть, ну вот на эту сторону, да, на эту планку, получается, что вот этой части узора у нас первоначально нет. Ну, соответственно, если мы посмотрим с этой стороны, то значит этой части узора у нас нет. Вот так в планке. То есть первоначальное количество петель планки 20 петель. Вот так. Или же вот так мы смотрим. Вот. Сейчас я вам покажу поближе, как это выглядит на воротнике. Смотрите. Сам воротник уже на количество вот этих вот петель. Еще одну косу здесь не хватает. Видите, эту косу я уже вывязывала и вплетала в процессе, когда я вязала уже регланную линию. Видите, причем не сразу я начала перекручивать эту косу, а постепенно внедряя и доходя до 6 петель. 6 петель, еще одна изнаночная, по-моему, у меня была. И тогда я здесь переплела вместе вот с этой петлей. Причем я делала наклоны в разные стороны. Обратите внимание, видите, в эту сторону идет переплетение. А здесь зеркально в другую сторону идет переплетение. Вот таким образом я начинала формировать планку. Что подразумевается под ростком? Под ростком я подразумеваю в кардигане именно получается, что я укороченными рядами в рукаве разворачивалась 4 раза. То есть, когда я набрала петли, я дошла до рукава, да, прибавки делала в каждом втором ряду, развернулась, дошла до второго рукава, развернулась, сделала прибавки, дошла до этого рукава, сделала здесь прибавки. И вот таким вот образом я разворачивалась в рукаве 4 раза. Быть может, да, действительно этого недостаточно, но ширина рукава мне больше не позволила крутиться, вертеться. И как сидит изделие, мне в принципе нравится. Я говорю, что я видела мастер-классы, где вообще нет так называемого ростка. Вот такое вот у меня получилось изделие. То есть сама суть, да, сама сложность именно начать вязать данное изделие, а все остальное это то же самое, обычный стандартный реглан, обычный удлиненный стандартный реглан. В рукаве я не делала никаких убавок. Здесь у меня есть подрезы, сейчас в сантиметрах я вам все расскажу. Убавки я делала только в последних двух рядах, то есть я убавляла 2 петли вместе одну вяжем, 2 петли вместе одну вяжем, и в следующем ряду аналогично, доводя до нужной мне ширины рукава. Рукав у меня узковат, я так и хотела, потому что твид он не держит резинку, я делала максимально узко по руке. Мне нужен был вот этот вот фонарь, мне так хотелось. Первоначально, изначально мне так хотелось, так было задумано. Здесь обычная резинка, кстати, закрывала в этот раз я не иглой, а просто изнаночными петлями. Изнаночный ряд, потому что пробовала я закрытие различным методом, но именно на твиде мне понравился самый обычный вид закрытия петель. Вот. Дальше давайте посмотрим в сантиметрах, сколько чего у меня получилось. В сантиметрах, значит, регланная линия 30 сантиметров. Ну, понятно, что длина рукава будет зависеть от ваших рук. Я, ну, как сказать, маленького роста, соответственно, у меня не столь длинные руки. У меня 42 сантиметра от подмышек до окончания, так скажем, да, изделия по рукаву. 35 сантиметров у меня полностью не высота получается, от подмышек до окончания резинки 35 сантиметров длина изделия, 6 сантиметров из них это резинка, 51 сантиметр, то есть умножить на 2, это вообще ширина всего кардигана будет 102 сантиметра. Вот что еще
Да, в принципе, и все, и 5 сантиметров у меня длина подреза. Вот и все. Это очень простое, очень лаконичное изделие. Если вы хоть раз вязали, без разницы, ну, все равно по какому мастер-классу, да, если вы хоть раз вязали подобного рода изделия, не обязательно кардиган, а просто реглан, то вы понимаете, о чем я сегодня с вами говорила и какие параметры я использовала. Я еще раз повторюсь, что основной трудностью в данном кардигане является первоначальное формирование вот этой вот планки, а дальше все идет вот как идет, все логично и понятно, и просто не надо заморачиваться с планкой. Вот и все. Все, так сказать, премудрости этого изделия. Всем огромное спасибо за внимание. Кому было интересно, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и оставайтесь со мной. Всем пока-пока!